После громкого преступления, связанного с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, в Кызылординской области уволили ряд должностных лиц. Занимаемых должностей освободили директора школы, зама по воспитательной работе, психолога и других сотрудников. Об этом стало известно в ходе совещания с участием акима региона Нурлыбека Налибаева. По его словам, напрямую в случившемся виноваты и сотрудники правоохранительных органов. Требую от департамента полиции принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения, отметил Налибаев. Областному уполномоченному по защите прав ребенка Жаксыгуль Догановой он поручил незамедлительно сформировать рабочую группу, провести анализ работы по всем образовательным организациям. Для чего в школе работает классный руководитель, если не может уследить за своими учениками? За что получает зарплату психолог, завуч и другие ответственные лица? Почему не было контроля со стороны директора? Все причастные к этому преступлению лица должны быть установлены. Я уверен, что они понесут самое строгое наказание в соответствии с действующим законодательством. Всю эту ситуацию я держу на личном контроле.